медиафоруме молодых журналистов во Всероссийском детском центре «Смена» продолжаются образовательные занятия, лекции и мастер-классы от профессионалов в сфере масс-медиа. Какими качествами должен обладать ведущий, как вести себя во время прямого эфира? Мастер-класс для юных журналистов провела заместитель начальника службы информационных программ, редактор, ведущая ГТРК «Кубань» Анастасия Кулачи. По словам Анастасии, во время прямого эфира могут случиться форс-мажорные ситуации, но ведущий ни в коем случае не должен дать понять зрителям, что, например, завис суфлер. Также главным в работе ведущего на телевидении являются дикция, голос и грамотность. Во время игры в прямом эфире «Вести Кубань» мальчишки и девчонки почувствовали себя настоящими ведущими. Наш специальный корреспондент Степан Гах. Как вы уже сказали, заканчивается журналистская смена. Это прекрасное событие, которое проходило на протяжении 2 недель, с 3 по 16 апреля. Многие дети уезжают со слезами на глазах и пытаются успеть попрощаться со всеми людьми, с которыми они познакомились в этом чудесном лагере. Юные журналисты задали Анастасии Кулачи множество вопросов. Кем вы хотели стать? Было ли у вас так, что вы забывали, что идет прямой эфир? Анастасия рассказала, что ученые сравнили ощущение полета в космос с работой ведущего в прямом эфире. Поэтому забыть об этом невозможно. Заместитель начальника службы информационных программ, редактор и ведущая Анастасия Кулачи отметила высокий уровень знаний и подготовки ребят. Эти дети, они не только будут держать микрофон, там, задавать вопросы, да, там, мне кажется, они что-то придумают нереальное, чего еще российская журналистика точно не видела. Мне кажется, они станут какими-то изобретателями, не знаю, может быть, новых методик, новых каких-то аппаратов, и журналистика российская станет лучше с их какими-то творениями. Руководитель службы радиовещания Андрей Андреев рассказал юным журналистам о развитии средств массовой информации, особенностях группы компаний ВГТРК, «Россия-24», «Наша планета», радиостанциях «Вести-ФМ» и «Маяк». Радио — дело в том, что это то средство массовой информации, электронное средство массовой информации, как мы их сегодня называем, которое появилось задолго до вообще представление о том, как будет развиваться средство массовой информации. Радиоприемники появились в начале 20 века. Приблизительно в 1923 году началось регулярное вещание. Прямо во время мастер-класса работали журналисты ГТРК «Кубань». Совсем скоро мальчишки и девчонки смогут увидеть себя в эфире. Россия! Кубань!